В продолжение темы 52 объекта планируется включить в программу дорожного ремонта в Твери на 2022 год. Такие цифры были озвучены на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя. Участие в обсуждении приняли руководство администрации Твери и Министерство транспорта региона. Всего в планах на 2022 год ремонт более 77 километров улично-дорожной сети города. Приоритетными направлениями ремонтной дорожной кампании Игорь Руденя обозначил маршруты общественного транспорта, дороги, ведущие к социально значимым объектам и жилым массивам, дублеры наиболее загруженных магистралей, а также дороги, на необходимость ремонта которых акцентировали внимание жители в своих обращениях в органы власти. По нацпроекту в Твери планируют отремонтировать 52 километра улиц, это всего 52 объекта. В Заволжском районе приведут в нормативное состояние около 13 километров, в Московском свыше 20, в Пролетарском порядка 7, в Центральном более 11 километров дорог. В рамках финансирования по закону о городе воинской славы будет вестись реконструкция Бежецкого шоссе, капремонт проезда от Краснофлотской набережной к грибной базе на Волге и улице Республиканская.